Что ж, теперь мой коллега Никита Белохвостов может смело помериться силой с бывшим депутатом областной думы, а ныне государственной, Андреем Коваленко. Он вновь на ярославской земле. Это рабочая поездка в рамках региональной недели парламентария. Русский танк уже успел посетить несколько районов области, поговорить с людьми и узнать их проблемы. Накануне депутат побывал в Красном профинтерне, где ему провели экскурсию по новым очистным сооружениям, которые построили в рамках нацпроекта «Экология». Эта тема Андрею Коваленко теперь близка как никогда. Да, ведь недавно он вошел в комитет по экологии и охране окружающей среды. О своей новой должности и работе в Госдуме депутат рассказал в рамках программы «В тему» на нашем телеканале. Она в эфире уже сегодня, а пока вашему вниманию фрагмент беседы. Полностью на весь этот национальный проект «Экология» и на Ярославскую область выделено порядка 7 миллиардов. Это начиная с 2019 по 2024 год. На сегодняшний день мы обеспечены полностью документацией, мы полностью обеспечены финансированием до 2022 года.